Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировские власти готовят план поддержки экономики из-за коронавируса. Поручение продумать возможные меры дал губернатор на встречу с представителями «Единой России», ВТПП и чиновниками. Игорь Васильев рекомендовал ориентироваться на меры, предложенные президентом. Цели – сохранить бизнес и рабочие места. Конкретных возможных шагов пока не называют. Центральный рынок отменил аренду для продавцов. Это одна из мер по противодействию распространению коронавируса. Работникам рынка рекомендовано не выходить на работу при появлении симптомов простуды. При этом арендная плата за торговые точки будет приостановлена. Ожидая снижения числа посетителей, рынок хочет вести услугу доставки продуктов на дом. Программа «Экономика». Впервые за 27 лет в Вятской торгово-промышленной палате сменился президент. Ее возглавил, как и ожидалось, Андрей Усенко, который до недавнего времени был вице-президентом палаты. Решение принял внеочередной съезд ВТПП. Николай Липатников, бессменно руководивший палатой, стал председателем совета. «Экономика» на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Чтобы обновить гаджет и заполучить свежие технические разработки, теперь не ждут, когда сломается старый смартфон. Предложение трейд-ин от салона Fresh Store избавит от необходимости хранить уже ненужную технику и даст возможность получить скидку на новую. Распространяется это на всю технику Apple. В салоне Fresh Store могут оценить стоимость старой техники, на такую же сумму уменьшить стоимость новой. Кроме того, на месте можно перенести всю информацию на новый телефон, убрать со старого, чтобы сведения не оказались в чужих руках. А также можно установить все привычные приложения. Салон Fresh Store находится на Герцена 87А в центре города напротив ТЦ G-Mall. Здесь можно приобрести любую технику Apple, от часов и наушников AirPods до MacBook'ов, а также подобрать аксессуары и комплектующие и при необходимости сдать устройство в ремонт. Яблочные новинки и комиссионные предложения. Fresh Store на Герцена 87А. Индивидуальный предприниматель Борцов Юрий Сергеевич. УГРН 312-43-45-298-00-34. Экономика. Завершение в валютах. Доллар сегодня 78.72, курс евро 85 рублей 96 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.